Вот, переходите в кошелек, фьючерсы, потом в верхнем правом углу нажимаете изображение листочка. Выплата за копитрейдинг. 3 центика. 3,5 даже. Да хрена я сказал. Вот смотрите, да, 3. 3,5. 3,5 цента. А прибыль 25 центов. Это получается умножить на 4, 3,5, 12, 14% прибыль от копитрейдера. На самом деле они 10, как они пишут. Врунишки. Еще и смотрите, открытие позиции 1,5 цента. Ну, короче, обдирал его. С 20. А, еще же это закрытие. Сейчас будет открытие там. Еще 1,5. Все закрыть, он 30 сделок, дурак. 30 позиций понаоткрывал. Закрытие. Да когда же он кончится? Закрытие. Ты что там творил-то? Все закрытие, лонг. Сумма. А, вот открытие началось. Вон 2 цента даже. Выплаты. Так, вот. Открытие лонг. Тоже 1,5 центика. 1,5 плюс 1,5. Это уже 3. И комиссия 3,5. Итого 6,5 центов за сраную сделку в 25 центов. Ни хера себе, да? Ни хера себе, сказал я себе. Итого получается умножить на 24%. 24% комиссия со сделки на этом сраном копитрейдинге. Всем пока.